Твич, студии Рустам Аруджалиев и моя авторская программа Аруджалиев Лайв. Простите за мой простуженный голос. К сожалению, реальности жизни от них никуда не убежать. А сегодняшним гостем нашей студии является экс-вице-премьер сектора ботаника муниципе Кишинев Юрий Витнянский. Господин Витнянский, добро пожаловать на Faces TV. И спасибо, что нашли время, приняли наше предложение. Давно пора было познакомиться. Вы очень популярны сейчас, можно сказать, мега популярны в социальных сетях. Вижу, устраиваете праздники детям, организовываете митинги, всякие тусовки культурные. Видел вас с семьей, кстати, в национальных костюмах, возложение к памятнику Карлу Шмидту. В общем, мне нравится то, что вы делаете. Добро пожаловать на Faces TV. Спасибо за приглашение. Добрый вечер. Юр, прежде всего я хотел бы уточнить, не знаю, правда это или неправда, вы не кишиневец. Я родом из Бельца. Вы выросли и родились в Бельце, да? Давайте начнем с, если это можно, такой вопрос задать. Кто ваши родители? Какое вы образование получили? Где учились? К чему стремились? Я из очень простой семьи. У меня мама педагог начальных классов, до сих пор практикующий педагог. Папа рабочий. К сожалению, в 90-х годах знаменитый для Бельза вот Ленина, он тогда был закрыт, остался там без... Там зонтики выпускались? Да-да-да, что там только не выпускали, телевизор и даже некоторые препараты для подводных лодок. Случайно, да? Да, то есть были такие цеха. Знаю, слышал. Но, к сожалению, он закрылся, отец искал разную работу, в том числе, и уезжал за границу, то есть для того, чтобы, ну, как многие наши молдаване, то есть как гастарбайтер. Но я очень рад, что у меня семья все-таки до сих пор живет здесь, родители находят до сих пор в Бельцах. В здравии, слава богу. И рядом. Как вы попали? А, кстати, где вы учились? Школа, лицей? Первая моя учительница – это моя мама. Угу. То есть, все-таки педагог начальных классов. Закончил лицей Пушкино-Бельский. И потом у меня была дилемма, наверное, вот такой вот один из моментов, вот, когда нам нужно было выбрать жизненный путь. То есть, я поступил в Бельцах в педагогический университет, Бельский государственный, то есть, на факультет психологии. Династия? Педагог. Да, я пошел вроде бы по маминым стопам. А это было родительское? Нет, мне было интересно. Угу. Мне было интересно, это был мой выбор. И поступил на бюджет, на бюджетной основе. Но в то же самое время мне предлагали, давали направление на обучение в высшей антропологической школе. Здесь Кишинев? Да, да, угу. Да. И так сказать, и знаменитый проект Марка Ткачука. Да, да, я в курсе. Вот. Я забрал документы из Бельского государственного университета, так и не приступив, так сказать, к первой лекции, и приехал в Кишинев, поступил здесь. К Марку Евгеньевичу. Да, но не закончил данный университет именно по политическим причинам. А что такое? Что, навязывали что-то? Слишком рано и слишком быстро занялся политической деятельностью. А, там, и поэтому? Где-то некоторые вещи пропускал, меня исключали, восстанавливали. Как правило, это уже... Ну, я учился по направлению, надо было соответствовать некоторым критериям. В любом случае, я не жалею ни об одном проведенном дне высшей антропологической школы. Замечательное качество образования. Вот чтобы все университеты у нас были такими, это было бы супер. Но, тем не менее, если сегодня спросить на улице человека, кто такой антрополог и вообще, что это такое, я думаю, никто не ответит. Волосы дыбом встанут. Да, поэтому я уже выбрал профессию, то есть публичное управление, и закончил именно непосредственно государственный университет, факультет международных отношений и административных наук. Ух, госуниверситет. Да, и сразу же пошел работать в парламент. Три вуза. Почему три? Бельский. Ну, я не учился в Бельском ни дня. Ткачуковский и государственный. Да. Все равно, по-любому, какая-то есть последовательность. Юр, попал работать советником депутата в парламент? Мне тогда... Я проходил практику, последнюю практику в университете. То есть, ну, там есть начальная практика и финальная. Финальную практику проходил в парламенте. И моим куратором был Игорь Дедон. Тогда депутат в парламент. Так, прям сразу к Игорю Николаевичу? Да, да. Кстати, И меня, то есть я только прошел практику, это был декабрь, то есть конец года, я еще не сдал государственные экзамены, но мне уже предложили работать, оставаться работать в парламенте. После это была оплачиваемая должность или... Когда предложили работать, дальше, да, после практики это уже было полноценная оплачиваемая. Юр, у тесный помощник депутата, да, это называется, или советник, да, или помощник, да. Помощник депутата? Подразумевает тесное отношение. Вы Игоря Николаевича видели
довольно часто, да. Это были, наверное, и командировки. Я не был помощником Дадона. Не его лично? Нет, я проходил у него практику, он был моим куратором. А потом я был, то есть, консультантом в комиссии, в административной комиссии у Липского Олега. Ну, по-любому, вы же общались с Игорем. Да, это была общая фракция с ним. Вот тот Игорь Николаевич, которого мы видим по телевизору, и Игорь Николаевич в жизни, есть какая-то разница? Это разные люди или один и тот же человек? Ну, в любом случае, надо признать то, что всегда у публичной личности есть образ. Это всегда, это любой человек, то есть у него рисуется образ в глазах там, народа, избирателей, и у Игоря Николаевича есть свой образ. Но он настоящий сам по себе. И там он настоящий везде? В принципе, да, это человек настоящий, то есть он не пытается кого-то обмануть в своем образе, но в любом случае, если мы говорим про имидж политического лидера, это одна из моих тьюторских работ в антропологической школе, то имидж политического лидера в любом случае создается, да. Он всегда создается имиджмейкерами. Имиджмейкеры, если они есть таковые, иногда непосредственно самим человеком. Так все-таки Игорь Николаевич в жизни и Игорь Николаевич на телевидении. Игорь Николаевич в парламенте, Игорь Николаевич в президентуре. Вот Федор Васильевич Гельвич, который был председателем комиссии общественного контроля при президенте, его Игорь Николаевич пригласил на эту должность, он говорил, что он был в восхищении просто от него, от ритма работы, от его стиля взаимодействия, оперативности и так далее. А что потом случилось, это уже их проблемы, бывают разные люди, и города расходятся, пароходы и так далее. Да. Вот, и с многими людьми, даже с коллегами я разговаривал, с операторами, мне говорят, что в жизни он намного лучше, чем вот тот образ, который нарисован на... Он мягче, он менее категоричен. Безусловно. Да. Вот и главное его различие, которое вот если акцентировать, вот найти самое главное отличие, это да, он действительно мягче. Человечнее? Мягче, добрее, проще. В жизни? В жизни. Но в любом случае, если это президент, если это лидер партии, он должен нести жесткость. Без этого ни в коем случае нигде нельзя. Если отбросить ваши политические взгляды, прошлые и нынешние, да, и сравнить вот это 4 президента до него, нынешнего президента, вот по какой бы шкале вы оценили уровень Игоря Николаевича как главы государства? То есть? Ну вот. Я должен сейчас. Личное мнение. Он сегодня просто будет, грубо говоря, после недавних событий апрельских, для меня сегодня Игорь Николаевич это электоральный, наверное, оппонент или даже конкурент. Но если мы отбрасываем... И я сейчас должен сделать пару комплиментов в адрес. Вы скажите, как... Но для меня это был лучший президент, который был за независимость Республики Молдова. Угу. Кто-то говорит, Владимир Николаевич Воронин был лучшим. Возможно. Можно поспорить. Для вас лично это был лучший. Я плохо знал Воронина. То есть я его видел, то есть у меня комсомольская школа была, я был в комсомоле, не раз был у него в приемной у Воронина тогда, то есть антропологическая школа, Марк Ткачук, когда я заходил в ЦК, Ткачук назвал меня, он пришел наш студентик. Да, то есть я их помню, но их с Игорем Николаевичем я знаком лично. И могу сказать, что то, что он делал, то есть то, как он руководил, учитывая ту специфику, в которой он был, сложную, потому что Воронин все-таки у него было абсолютное большинство. Авторитарность. Да, у него было конституционное большинство. Временами жлобство, скажем так. Не исключено. Откровенное хамство, потому что мы в этой студии сидели, разговаривали, у нас была почти двухчасовая передача. И я могу это смело сказать, это мое впечатление, но некоторые люди считают, что это стиль. Я почувствовал рост, вот, ну, как и многие, наверное, жители, особенно пенсионеры, если 90-е годы, это все-таки надо понимать, то есть у меня родители, то есть один остался без работы в 90-х, потому что закрылось предприятие, мама являлась педагогом, там по 7-8 месяцев не платили зарплату, то есть я знаю, что такое... Жуколосу не давали? А на заводе, если он производит галоши, он принесет галоши, а педагог что принесет? Подарки от господина Стурза. Двойку или десятку, да, Ники? Просто со сроком годности истекшим крупы и так далее. Вот, да. Поэтому, например, приход коммунистов во власть, то есть Воронина, я почувствовал. Я почувствовал в семье, потому что стали выплачивать зарплаты, у отца появилась работа, то есть да, стало действительно лучше. Бельцы можно было назвать в какой-то степени криминальной столицей Республики Молдова? Я бы не сказал, что это была криминальная столица.
именно столицу. Конечно, криминогенная ситуация была достаточно высокой, но я не думаю, что старая почта 90-х или Манчжурская или как-то, Малина, да, как-то сильно отличались от от хорошо. Кстати, если мы коснулись Бельца, да, вот как вам, ну, я не знаю, Григоришина стоит ли брать за эти два года, учитывая то, что не все хорошо складывалось с центральными властями. Ну, давайте возьмем хотя бы отрезок, когда там Ренат Георгиевич два раза был мэром. Да? Это ваш родной город. Нас приглашали туда, мы приезжали. Сказать, что это катастрофа, это было ничего нельзя не было сказать. Эти старые качели-карусели, это трава, пробивающаяся сквозь плитку возле театра Василия Александрии. Это бурьян высотой в 1.20 м на прилегающих улицах. Это грязь, это разбитые тротуары, этот убогий фонтан. Рядом с контейнерами мусорными, я вообще не понял этого соседства. Прямо на площади контейнеров. Да, я вообще, это была такая катастрофа. Тут фонтан, и рядом сколько там, 10 контейнеров мусорных стоял. Я не понял этого соседства. Что, они и сейчас стоят? И сейчас стоят? А, традиции живут. А зачем, Юр? Это абсурд. Не, для меня Бельцы, это когда я приезжаю, особенно после работы в притуре, в муниципальном совете. Уже имея опыт столичный. Да, я приезжаю и думаю о том, как много здесь можно сделать. Да. То есть, потому что работы непочатый край, начиная не только от благоустройства и инфраструктуры, а заканчивая просто административными какими-то вопросами, то есть тоже кошение травы, то есть уборка территории, то, что можно сделать даже без дополнительных каких-то инвестиций или вливаний из бюджета. Ну вот обычно мэры этого города жаловались, начиная от коммунистического и заканчивая нынешним, их риторика складывалась вокруг того, что нет средств. Без помощи центра Бельцы умирают. Притом, по-моему, если я не ошибаюсь, да простит меня Ренат Георгиевич, он говорил о том, что урезают постоянно, а заработать там деньги невозможно. Хотя там есть у вас это, где находится питомник, не питомник, а этот приют для собак, который, надо говорить, на свои деньги построил, кстати, прекрасно. Просто супер, мы делали оттуда лайв, я был восхищен тем, как вот он подошел. Хороший, поэтому да? Там очень много пустых территорий. Там какие-то были цеха, не знаю, что там. Ну, там можно построить 10 Кока-Кол, 50 Фуджику. Весь завод Рэй, вот это там. А что там было? Ну, завод Ленина, это огромный, это 50 цехов. И тоже сейчас пустой стоит? Да, он как развалился. Там некоторые вещи сдали, что-то сдали в аренду, ну, что-то обычно. Просто... Ну, там я видел прямо как развалины такие. Но предприятие сейчас, оно существует, оно есть, его переименовали, был завод Ленина, сейчас это завод Рэут, он находится в процедуре банкротства. Ну, процедура банкротства может длиться 10, 20, 30, 50 лет. Юр, вот вашим видением, там можно было что-то построить, кого-то пригласить? Я уверен в том, что сегодня Бельцы еще пока имеют потенциал. Многие районы, из которых уехало очень много населения, то есть сегодня потенциал в населении. Самое главное – это удержать население и его приумножить. И с этим населением можно работать. Сегодня Бельцы достаточно большой город. Там есть студенческая среда. То есть там, особенно на БАМе, это мой родной район, ну, называется микрорайон Дача, в простонародье БАМ. Я знаю, я был там. Там колледжи, их много. Училища, север колледжи, Молдова, политехнические, есть, да? Да. То есть весь север Молдовы тут может спокойно приезжать туда. Бельский государственный университет достаточно большой. То есть за счет... вот этой вот поступления свежей... рабочие силы, в том числе. Да, Бельцы могут питаться за счет прилегающих, то есть рядом соседних районов. А в чем же проблема? И за счет этого можно работать. То есть есть рабочая сила. То есть любое предприятие, когда открываешь, сегодня мы в Молдове уже столкнулись с тем, что нам не хватает рабочей силы. Я знаю. Не инвестиции, а рабочие силы. Видите, вас уже говорит о том, что, может быть, будем завозить там. Прекрасно, в Бельцах можно было бы открыть эти парки, там можно много чего сделать. Так а почему ничего не делается? Это вопрос местной администрации. Может быть, есть какие-то препоны, может быть, нужно где-то согласовывать на уровне правительства, а там спрашивают, а что мы с этого будем иметь? Да можно всегда находить крайних, если ты не хочешь ничего делать или ты сомневаешься в своих силах. Крайнего всегда можно найти. Можно найти правительство, можно объявить муниципальный совет, что не поддерживает или еще что-то. Но Бельцы сегодня, если я не хочу там называть, может быть, некоторые районы, которые на сегодняшний момент сильно обнищали,
Но Бельса еще имеет огромнейший потенциал. И хочу отметить, что на сегодняшний момент это один из инфраструктурных центров, промышленных центров. Я когда, мы когда поехали прошлым летом, по-моему, или позапрошлым летом поехали туда и сделали обзор по городу, очень многие писали же ваши соотечественники по городу, я не знаю, как это будет по-русски. Земляки. Земляки, да, писали, что не надо так Рената Георгиевича сильно критиковать, потому что он и так сделал все, что мог, по сравнению с тем, что было. Как того коммунистического мэра звали? Панчук. Да. Что-то вообще было болото, там он два троллейбуса купил, по-моему, за все время, да, несчастно? Больше. Вот, и то, что Рената Георгиевич там действительно где-то сегментарно, где-то это вот там менял, тут благоустраивал, и так далее, то есть есть на что посмотреть, то есть есть с чем сравнить. Это реально так? Я не могу сказать, что Василий Тарасович Панчук был плохим примаром или при нем ничего не делалось. Возможно, он, наверное, скорее всего, что людям надоело за длительного периода времени. И к тому же коммунисты ушли не только на центральном уровне, они ушли и на местном. Но у Панчука никто не выиграл. Этот примар ушел сам. Угу. Так что еще не знаю, если бы Панчук баллотировался, был бы Ренат Георгиевич Усатый в Бельск примаром. Еще сложный вопрос. Панчук, Туцеферы, там, Лепс. Может быть. Далее, люди любили Усатого. Любили, но если говорить про инфраструктурные какие-то объекты, я бы не сказал бы, что сразу вот резко что-то сильно поменялось. Не было для меня, например, нету большого контраста. Ясно. Были разбитые дороги, до сих пор есть разбитые дороги. И были проблемы с неавторизированной торговлей, до сих пор на центральной площади торгуют. Да, как на армянской торговали, так ничего не поменялось. И у нас тоже. Какие-то, да, то есть там сделали одну тротуарную зону, сделали какую-то дорогу. А если говорить, например, в том числе, один из самых больших объектов, который был реконструирован за последние несколько лет в Бельцах, это улица Дичебал, соединяющая как раз заезд со стороны БАМа, со стороны Гладиан, и до лицея Еменеску, то есть центральных дорог, грубо говоря. Вторая дорога в городе. Так она была сделана за счет правительственных денег. Премьер-министр тогда был Кику, а президентом был тогда обсуждаемый нами 10 минут назад Дадон. И это инвестиции. Поэтому для меня, например, если говорить о том, что Ренат Георгиевич жаловался, что там дефицит средств ему не хватает, и никто ему не помогает, то проект стоил порядка там около 100 миллионов лей. Но это же от правительства. Мало для такого города. Мало, если каждый год делать подобные. Если каждый год бы эти деньги были. Да, если бы каждый год правительство их инвестировало. А, кстати, при Панчуке была хорошая связка между правительством и примаром. Ну, потому что были как бы одного духа. Да, да. Юр, как вы стали вице-претором сектора ботаники? Для меня это был такой шок. Я витнянский вице-претор. Я думаю, ну как этот мальчик, ему максимум на внешний вид 20 лет. Как это вот? Оказалось, не 20. Ну, по-моему, 29 мне было. О, мы вас встретили с господином Геличем, вы инспектировали вот эту, возле бывшего Калибри, эту лесенку. Угу. Разбитый этот позорище ботаники. Первый мой проект. Выходили и трогали везде эту тротуарную плитку, смотрели песок, щупали руками везде, смотрели, где трещины. Шли по этой мимо библиотеки Ломоносова вплоть до... И я говорю, Федор Алексеевич, смотрите, говорю, вот я вижу хозяйственника, да, не проезжает, не сидит, не курит там где-то в кабинете, а сидит и прямо все. Он говорит, этот парень далеко пойдет. И пошел. Но как попал туда, был муниципальным советником. То есть в 25 лет, когда мне было, это в 2015 году избрался муниципальный совет. Я занимался, курировал по территориальному признаку, то есть курировал ботанику. Угу. То есть ботанику знал уже как советник. Как свой нравится, пальцы. Любился ботанику? Конечно. Конечно, ну, возможно, безусловно. Ни один район не нравится. Вот я не знаю, по крайней мере, мне его обожаю. Мы как советники тогда боролись с Киртуака, с Лодырем и Бездырем. И в какой-то период времени его не стало. Тогда был исполняющий обязанности стал вице-примар. Но ситуация не улучшалась. Между Грозаву, Кадряну. Кадряну. Угу. И мы тогда решение муниципального совета сняли с должности и Кадряну, и Грозаву, отправили их в отставку. Исполняющим обязанности остался секретарь совета Адриан Толмач. Нетленный господин Толмач. Да. И вот тогда мы уже и с фракцией нашей, и с Толмачом посоветовались, что нужно укреплять сектора. И мне предложили отправиться тогда работать в притуру ботаники.
Диалог был между толмачом и нынешним примаром Иваном Чебаном. Тогда Чебан еще не был. Mm-hmm. Примаром он был председателем mm-hmm. нашей фракции. Для меня, вот это было, я тогда работал в парламенте, угу. то есть у меня, мое основное место работы, это парламент, законотворчество в области транспорта, то есть занимался я в основном именно этим. Параллельно занимался, то есть, будучи муниципальным советником, занимался городскими проблемами, городскими вопросами. И тут меня отправляют в притуру, я меняю место работы, парламент на деконцентрированную, так сказать, службу yeah. при мэрии. Для меня это была в первую очередь ссылка. Куда меня отправили? Ну, зачем мне это надо? Лучше быть Витнянским в притуре сектора ботаника, при том, по-моему, фамилию претора никто не знал. И никто, но Витнянский... Ну, я трех пережил претора. А почему они все уходили? Что случилось? Что было не так? Ну, я пришел, был с претором декон. Он сначала был секретарем притуры, потом был претором. Я в курсе, да. Опытный, очень опытный, но я буквально там 2-3 недели проработал при нем, потом толмач вернул его на функцию секретаря и назначили вице-претора Припелицу, Борис Припелиц. Вот, и мы работали с Припелицей где-то около года. Потом Припелицу сняли с должности. Это уже сделал нынешний примар. Я думаю, что это большая ошибка для ботаники. Серьезно? Да, это был хороший, неплохой, хороший, а понимающийся специалист. Из-за чего? Не сошлись. Если мы говорим про местные органы публичного управления, если быть уже максимально откровенными, я думаю, что многие это понимают, а я, будучи работая 7 лет в этой сфере, я понимаю, что есть к чему придраться всегда. Всегда. Это огромнейший сектор, это большие. Ну, причина первая, то есть, когда примар вспылил, это парк, киоски. И когда он сделал предупреждение и потребовал его отставки, это уже разваленный подземный переход. Я понимаю, какой? Что... Их два было? Там на Мира, на даче, да? Ну, речь шла в первую очередь там на Мира. Но, где Троян, да, где, который около Макдональдса. А что там? Но у меня вопрос другой сейчас. Притура не имеет бюджетных средств для того, чтобы реконструировать там, орган, который занимается, предлагает и мониторизирует. Да. Да? То есть, это вопрос не к претору, я думаю, в первую очередь, а, наверное, к профильной дирекции. Ну, по этой причине, это была одна из причин, почему он потребовал отставки Припелицы. Почему человек не подал в суд? Он написал сам заявление. То есть формулировка вопроса стояла так, что пиши заявление или будет диспозиция. Он написал заявление. И диспозиция, чтобы ему дала? Да, он отреагировал абсолютно. Трудовых книжек уже нету, так что пишите на деревню дедушки. Меня больше, то есть, на тот момент возмутил вопрос нового претора. То есть, есть Припелица, который много лет в функции вице-претора. Можно его, конечно, там где-то покритиковать, где-то похвалить, но он опытный. Он знал сектор как свои 5 пальцев, и пришла новый претор, которая... Это кто? Нынешний претор. Как фамилия? Диана Губа. Губ? Диана Губа. Ага. То есть, но это резкий контраст. Припелица несколько голов. А это квалифицированный специалист он был. Она по образованию, то есть физмат, математик, информатик. Вот. А работала до того, как прийти в притуру, советником примара. Интересная карьера. До советника примара в местных органах публичного управления. Не были замечены. Ясно. С чем вы столкнулись в процессе осуществления своих профессиональных обязанностей, должностных? Что поразило, что удивило, что вызывало злость, ненависть, неприязнь? Придя в притуру, для меня, например, каких-то новых вещей в этой работе мало. Потому что я 4 года был до этого муниципальным советником, то есть... Все вопросы, с которыми сталкивается притура, я знал. Единственное, что для меня это было абсолютно новое, вот многие коллеги, там и декон, и ряд других коллег в притуре говорили, ты посмотришь на притуру с другой стороны. Изнутри. Действительно. Да.
Я посмотрел на нее с абсолютно с другой стороны. Ну, муниципальный вот, советник и вице-премьер, да, это совсем разные. С изнанки. Две большие разницы, как говорят, да, в Одессе, да. Я посмотрел с изнанки, и вот да, тут многое поразило, как приходится работать, как приходится выкручиваться, когда нету каких-то средств, когда нет возможностей. Для меня до сих пор могу обсыпать комплиментами рабочих, будь то Спацверс, будь то МСЛ. У меня машины нет, есть, но я давно не пользуюсь ею. Я езжу на муниципальном транспорте, троллейбус, автобус. Я постоянно видел вас каких-то, то там на, я не знаю, как эта улица называется, Кузовода, то здесь возле это памятника Сергею Лозо, то вот тут возле нашего здания. Вы постоянно где-то с людьми. Потом разговаривал с одним общим знакомым, он говорит, да, Юрка, говорит, уже в 6 часов утра в Приморье, и полночь приходит домой. Я говорю, жена не выгоняет? Говорит, нет. И, говорит, у них семья понимает, что человек отдается работе по полной программе. Этот ритм не мешал, не был в тягость, не нравилось? Я трудоголик. Да? Для меня это абсолютно нормальный ритм. Я с утра выходил, если у меня 8 часов там была планерка с какими-то муниципальными предприятиями, тоже, ну, деконцентрированными службами, для того, чтобы к 8 быть готовым, я с утра обходил, то есть, сектор. Все строительные меня... площадки, все эти вот. Да, и дворы. То есть, потом понимал, я с утра мог 8 часов или даже без 15-8 уже набрать директора ЖЭКа и сказать, так у тебя вот в тот двор, там у тебя такая-то проблема, надо ее устранить максимально оперативно. То есть, знал... Аэропорт тоже входит? Да, аэропорт, МДК Кодры, то есть нижняя часть Мунчерская. Тоже. Ботаника самый большой сектор, но... До Мунчерской? До Мунчерской, да, до Сынжера уже пригород. Мама дорогая. Последний дом. А какая служебная машина у вице-премьера? Не было у меня служебной машины. Да ладно. Ну, так сложилось, что я еще при бытности, при пилиции, то есть у нас была одна машина. Сколько я знаю, в секторе Чентру у вице-премьера есть машина. Это как премьер захочет, так он и организует работу внутри премьера. Да, ну такой огромный, что на троллейбусе вы ездили? Нет, пешком. Я скажу, кто-то мог бы, например, там начать говорить, что зачем, почему мне не дают машину, да, то есть какая-то вот проблема, искать в этом проблему. Я в этом нашел только плюс. Я мог обойти сектор и знать, пока дошел пешком из пункта А в пункт Б. Ты видел кучу недостатков? Я видел все. Когда ты обтоптал свой сектор, это преимущество, до которого меня подтолкнули тем, что ну, по тем или иным причинам не захотели давать транспортное средство. Это мелочь. Какая зарплата была у вице-премьера? Со всеми полковыми процентами, надбавками, урезаниями и так далее. К начислению. У госслужащих, как правило, есть какие-то надбавки. У Демнитати публика. Да нет, Примар, в принципе, в этом плане достаточно, можно сказать, жадный. Не было у нас никаких надбавок. Зарплата у нас была 16 к начислению, к выдаче меньше. Около 13. Около 13 тысяч, чуть не сказал, евро. Да. Оговорочка по Фрейду. Да. То есть это претор и вице-претор. У претора там чуть больше, на 1000, у примара еще на 1000, у него, по-моему, 18 примара сейчас. Ира, что случилось? Какая собака пробежала между вами и Чебаном? Ну, с тех пор, когда примар создал партию МАН, для меня и превратил в примарию в партийный орган, я не хотел больше в этой структуре работать. Он вам звонил и говорил, что или ты со мной? Я написал, меня никто не приглашали, моя позиция была абсолютно четкая и ясная, то есть я никогда бы... А у меня есть информация, что вас вынудили уйти? То есть, ну, то, что, например, ситуация внутри притуры была очень отвратительная, коллектив... Можно сказать, люди, кто работали со мной, это было страшно работать со мной. Почему? Лишение премии, лишение надбавок, выговоры. То есть это... того, что вы не... Да, то есть можно смело сказать, что я был неудобен и неугоден нынешней администрации. Как и претору, так и, в принципе, примару, то есть, тоже. Но
Меня это не беспокоило. А может, что, как это? А может быть, наоборот, закаляло. Он как-то фыркал или говорил так. Примар нет. Примар абсолютно как будто бы не замечал всех тех ситуаций, которые проходили в. Создавал их, но делал вид, что он. Я бы сказал, он их поощрял. Он их поощрял. Ситуация, ситуация, которая возникала, она возникала именно, именно в притуре, именно претором. Блокирование вопросов, там, например, транспортное средство мы с дирекцией финансов обсудили, ну, то есть мы должны были взять еще одну машину, то есть там притуру, ну и мы ее не взяли по непонятным причинам, но говорю, мне, например, было абсолютно все равно, то есть мне наоборот было удобнее. Хорошо, по территории. До мэра дошло заявление о вашем увольнении, никакого звонка не последовало, ни комментариев? А нет, я лично заходил с заявлением, написал через канцелярию, все-таки мы... пошли к нему в кабинет? Да, я лично зашел к примару и сказал, что я вот, вот мое заявление. Я подписываю. Он сказал, давай не сейчас. Претор на тот момент была в отпуске, исполнял обязанности претора. Он говорит, давай претор вернется и поговорим. Когда претор вернулся, подошел к нему еще раз. Он говорит, давай подумаем, давай посоветуемся. То есть это оттягивалось? Да, то есть это было где-то не несколько недель, я писал, грубо говоря, заявление. Переписывал заявление с новой датой. Но мое заявление уже когда... Я подошел к претору, говорю, вот, мое заявление. Она взяла его, поехала к примару в течение 5-10 минут. Иван Васильевич, очень быстро его подписали вдвоем. Вдвоем даже? Ну, претор должен тоже контрасигнировать, это для них ну, процедурный момент. Было жалко. Я уверен, что претор была счастлива. Ну, ее бог с ним, касса на выходе. Мне интересно ваше состояние души. Сколько вы дали притуре, примарии, в принципе? Притуре, то есть в исполнительных органах я проработал 3 года с лишним. Три было года, несколько жалко, месяцев. Жалко, злость или камень упал с души в силу последних событий? Я уходил с мыслями, и они подтвердились. Я вот беседовал буквально вот там за, может быть, месяц до того, как написать заявление. Беседовал с муниципальными советниками от Либеральной партии. Нынешние муниципальные советники Либеральной партии, до этого, ну, понятно, что тоже работали в экзекутиве. Нет, с Вероника Херц. А, да. И мне тогда Херц говорит, ну, вот когда ты был советником, вы нас мочили. Да. С одной стороны, она была главой дирекции финансов. С одной стороны, цифры, Киртуака где-то нету, еще что-то. Его постоянно тоже, с ним связано много проблем, там, с гражданским обществом, еще что-то. Необходимо постоянно решать. Нормального большинства в совете нету. Плюс еще он говорит, ты в том числе, говоря мне, постоянно мочишь. Ты вот в этом режиме работаешь. Вот она говорит, когда я уволилась, я стала замечать о том, что оказывается на небе бывает солнце, бывает цветут цветы, оказывается. Вот. Так вот, когда я писал заявление, я думал о том, что неужели я начну замечать в своей жизни что-то кроме мусора во дворах. Асфальта. Да, асфальта или плохо уложенные плитки. Щебенки и так далее. Вот. Да, это действительно так. То есть это действительно начинаешь жить чуть-чуть более полноценной жизнью, я так думаю. Что а вопрос о том, чем куда я пойду, притурь. У меня семья, у меня маленький ребенок. Я могу сказать, что похвастаться и посоветовать, наверное, многим другим, кто знает, что делает, если человек с головой, с руками, он не пропадет. Я не было ни на минуту. И куда же вы не пропали? Ни на минуту. Решил заняться предпринимательской деятельностью. Серьезно? Недлительный период. Чем занимались лизинг? Машины, то есть детейлинг, мойка. Вот. Обслуженный транспорт. Да не мое. Там нужно нормально. Время. Там нужно время, пока все. Получалось. Наработается. Могу сказать, что получалось, но я понимаю, что это не мое. Не мое. То есть попробовал, это не мое. Да, поэтому меня, наверное, и вернуло в политическую струю. Хорошо, Юр, как получилось, что человек с молодости преданный. Ну, можно сказать, что большинство вашей политической карьеры пришлось на ПСРМ, да? Да. Да. Как случилось так, что вы в один прекрасный день написали заявление о том, что вы уходите и станете частью нового другого проекта? Что вас подтолкнуло к этому? Были же, наверное, какие-то условия, какие-то
я не знаю, ну что-то чувствовалось, наверное, что что-то где-то не так, что-то движется не в ту сторону. Или предложили больше денег, как говорят некоторые, что вас там всех покупают. Прямо приходит за вами не с кульком, а с мешками и говорит: господин Витянский, возьмите там 400 килограммов долларов, и вы будете с нами. В килограмм? Да, я уже кульками мерил. Скажите точно, сколько вешать в граммах. Да. Что случилось? Как вот молодая гвардия по СРМ? Я вступал в другую партию. Я шел действительно в 2011 году. Я это сказал Игорю Николаевичу Додону, когда уходил. Говорю, я пришел в 2011 году, то есть мой лидером, то есть я пришел за тобой. Угу. Вы на «ты» были? Ну, иногда грани стираются, когда долго общаешься. Да. Действительно, это была партия, у нас было множество идей. Это был такой голый энтузиазм, мы горели. Он горел в том числе, мы горели, всей командой. Я видел Но эти фотографии, для меня это так... Я уходил из партии, когда Додона не было у руководства. Его... Он не ушел. Все равно руководил партией. Да не руководил. Там на самом деле, к сожалению, на последний год то, что происходит в партии социалистов, что лучше говорить, ничего не говорить, как о мертвых, да? Лучше ничего не говорить, чем или хорошо, чем поливать грязью. Или ничего плохого. Да. Поэтому я стараюсь всегда избегать... Или ничего, кроме правды, вот даже так. Можно. Я стараюсь избегать критики в адрес социалиста. Все-таки для меня это я большой помню, этап писали, моей жизни. Да, это большой этап моей жизни, и я не хочу возвращаться. Да, но ситуация у меня, к сожалению, я не тупиковая. Я понимаю, что раз уже задан вопрос, на него правильно ответить, я понимаю, что партия, к сожалению, на сегодняшний момент больше напоминает карманную партию. То есть левое крыло партии ПАС, нежели какую-то... Ну а где сейчас партия социалистов? С кем она борется? Чем она занимается? Она молчит. Ну то, что она молчит, да, мне непонятно. Вот, а люди? Вы дали объяснение. А люди? А ждут, что люди говорят? Люди ждут ожиданий. Если кто-то может где-то сказать кому-то о каком-то там предательстве, то мне кажется, на сегодняшний момент ожидание избирателей, ожидание их электората, оно уже предано. А вы думаете, и что... Примария, да. Кишинев, то есть партия МАН, это подарок, наверное, партии социалистов Чубану. Все эти три года, пока я работал в притуре, наши конфликты основаны исключительно на политической почве. С претором и так далее. И назначение этого претора, когда претора назначили, я, наверное, все-таки какая-то молодая кровь горячая во мне есть, и редко когда я мог промолчать. То есть даже когда представляли претора, примар пришел представить нового претора, я прям при коллективе, когда претор позволила себе сказать пару слов в адрес коллектива, что они там ничего не делают, и она их... На представление? И она их... Угу. Всех построят, я сказал, я не промолчал. Я четко показал свою позицию, что есть нормальные, хорошие сотрудники, которых я буду говорить, молчать не буду. Ну, а остальные подчиненные? Ну, подчиненные, это не значит, что они не имеют права голоса. Да многих на сегодняшний момент многих в притуре уволили, просто потому что они там мешали. Некоторые ребята перевелись, некоторые пошли в другие дирекции, бежали оттуда. Вот буквально неделю назад, сколько, пару дней назад, уволили директора МСЛ ботаники. Это мужик, Чеботарь, Якоб Чеботару. Это директор с огромнейшим опытом, который строил это предприятие. МСЛ это что? МСЛ, Интерпринтер Мунчпала, Сервичу Локотиев. Это вот те, которые убирают снег на тротуарах. Это районное жилуправление. Да, в каждом секторе есть по одному такому предприятию. Вот где, да, где это не территория или не компетенция ЖЭКа, или не спац и верс, вот все остальное, куда не дырка, то затычка. Вот это вот МСЛ. Это золотые и ребята, и золотой руководитель предприятия. Сегодня его увольняют. Тоже был политический? Тоже был неудобный. А Дикон, который секретарь притуры, который проработал там 25 лет, он ему вот буквально сейчас, вот это в августе, он должен был выходить на пенсию. Написал заявление тоже 2 месяца назад. Говорит, мне уже не нужна ни пенсия, мне не нужна ничего. Ну, пенсия-то у него будет по-любому. Да, но не дошел человек до пенсии. Ну, просто написал заявление, ушел. Говорит, больше не хочу. А вы вот случайно не в курсе, как Иван Васильевич? Он считает это нормальностью или
Это... Он собирает свою команду, которая предана ему и партии МАН. То есть это уже партийные... Шизофрения. Можно и так. Да, вот так можно сказать. Но менять хороших кадров на неквалифицированных, ну, даже тот же директор, сейчас исполняющий обязанности, вместо якобы назначен другой парень, я его знаю, он хороший парень. Ну, хороший парень, это не профессия. А вы на... Это да, сложная это работа. Понятно. ЖКХ, я это, дай бог, каждому справиться. Юр, а вы вот в силу исполнения своих должностных обязанностей где-то ходили с флагом, с символикой ПСРМ, втыкали эти флажочки в клумбу, либо тротуар, там плитку ставили, сделано при содействии ПСРМ. Вы проявляли вот эту политику? Никогда. То есть этот штамп, клише по СРМ, а что ж тогда мешало, я не понимаю. Вы добросовестно исполняли свои обязанности. Я, если честно, как, могу много чего рассказать плохого, но это, наверное, нужно, это, наверное, нужно быть у прокурора, чтобы все это писать. Я имею в виду политическая стезя. У мэра свой проект, у вас свой проект, да, мэр из того же гнезда, что и вы. Вы блестяще выполняете свои обязанности. Никакое мне дело, какого цвета Витнянский, если жители Ботаники им довольны, и я не очень понимаю. С примаром у меня конфликтов не было. Да, но открытых конфликтов у меня никогда не было. Были скрыты интриги. Я прекрасно понимаю, что все, что происходило в притуре, все эти качели, так сказать, о них примар знал. Он понимал, что происходит, и раз он поощрял все, что делает Претор, я думаю, что... С высочайшего позволения. Да. И по наставлению. Ну, для меня, например, я считаю, что нынешний Претор и с позволения, с легкой руки примара, ну, притур практически развалили. Даже так? Ну, все лучшие, все специалисты, которые там работали много лет, взять того же Дикона, секретаря. Ну, я понял. Это человек, который знал все. Я, когда пришел в притуру, я приходил к нему и советовался, и спрашивал, что тут. Я не могу знать всего. А я понимаю, что мои понимания, ну, когда новый человек приходит в структуру, в любом случае, то есть он должен ознакомиться там, с какими-то теми или иными делами. Моей квалификации было достаточно намного больше, чем у нынешнего претора, когда она пришла. Но я не постеснялся приходить, например, к старым сотрудникам, даже если это мои подчиненные, и задавать им вопросы, как тут лучше, где тут вы лучше. Вы тыкали или говорили вы? А вы, если человек немного старше меня. Угу. А нынешний претор наоборот. Я тебя уберу, ты мне тут не нравишься. Хамство – это... Как это похоже на Ивана Васильевича, это его стиль. Кстати, я... Он там разразился, что он поставит памятник прессе свободной, что у нас ее нет. Я ему написал сообщение, смс-ку скинул в личный телефон. Он мне не ответил, и после моего очередного комментария к его политическим заявлениям, он меня заблокировал на странице в Фейсбуке. Я ему сказал, что это глупо, и это говорит только об его истеричности и его несдержанности. Ну, это уже на его совести, дай бог. Юр, то, что происходит сейчас в городе, декор. ПАС говорит о том, что это декор, они не видят коренных преобразований и так далее. Скажите, пожалуйста, по-вашему, нужно было забросить все лестницы, парки, скверы, площади, троллейбусные остановки, подземные переходы и заняться объездной дорогой, заняться какими-то инфраструктурными глубокими преобразованиями, которых бы мы не увидели еще в ближайших лет 20, оставить город деградировать? Или то, что делает примар, не обращая внимания на более глубокие преобразования, только сосредоточив на декоре? Где та золотая середина? Почему не делается и то, и другое? Почему не строится объездная дорога, чтобы разгрузить город? Почему не принимается? Что, в чем проблема? Ну, сегодня примар накрасил губы городу. Привел внешний облик, да, он показал, что город вроде бы... В этом майкапе участвовали. Да, кстати, вроде бы. Даже продуктивно. Нет, это нужно. Парки, тротуары, то есть общественное пространство, оно создает комфорт для, для проживания. Я живу здесь почти 52 года. Я устал последние 30 лет жить в дерьме. Я был подростком, мне было 13-14 лет, допустим. Да, дети же не обращают внимания на это. Я помню, когда я выходил, садился в троллейбус, ехал в свою школу, которая находится в центре города на улице Именеску.
И смотрю, там что-то строится, здесь тротуар, там парк, тут высаживаются цветы, здесь деревья меняются, тут тротуар, тут это. Я забыл, что такое. Я забыл, что это. Я выхожу сейчас каждый день и вижу что-то там, 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 там. Ко мне приехал 2 месяца назад знакомый из Тель-Авива. Он не был здесь 40 лет. И как раз был этот саммит. Uh-huh. Он говорит, боже, какая чистота, какая красота. Говорит, зелень свежая, поливается все. Говорит, у вас тоже, говорит, эти уже стали эти вот, каждому дереву подводятся поилки, вот эти вот. Мы вышли, прошли через парк, он остановился там в гостинице. Дача, по-моему, вышли через этот парк. Он говорит, боже, как чисто в парке. Боже, какой воздух замечательный. Какая красота, слушайте, да у вас просто рай земной. И я вот вместе с ним посмотрел другими глазами на город. За эти 4 года город действительно декоративно преобразился. И я не согласен с теми людьми, что это нужно было отбросить, все и не делать. Нет, не нужно. Не нужно было. То есть, но мы... искать компромисс нужно. Мы, ну, хорошо, мы живем, вот у нас был прекраснейший проект, которым я занимался, и ряд моих коллег, это уютный двор. Все-таки, когда ты выходишь из дома, из квартиры, а у тебя на голову падает штукатурка, подъезд в отвратительном состоянии, а весь двор балкон, перекопанный, да? Балкон. Это тоже публичное пространство, двор. Ну, к сожалению, этот проект, мы сделали пилотный проект. Деньги поступили, кстати, не из муниципального бюджета, это был транш из правительства. Грант? Не грант, они из госбюджета выделили непосредственно, то есть целевыми средствами, они выделили 49 миллионов. Ого! Да, на реализацию этого проекта. Но изначально планировалось, что 49 миллионов. Это 50% общего проекта, еще 50% добавляет примария. Mm-hmm. Это вот одна из конфликтных ситуаций моих в примарии. Проект резали. Примария резала проект. И был не нужен. Почему он? Мы сделали на Ботанике, было реализовано 7 дворов, плюс там частично еще какие-то дворы мы получилось что-то сделать. Но должны были сделать 17. Примария резала, примария отказывала, не хотела. Почему? Потому что инвестиции в один двор могут составить там 1.5-2 миллиона. На 1.5-2 миллиона можно сделать намного больше квадратных метров. То, что видят все. Да, но это же дали. А двор это видит... дали целенаправленно. А нет, мы... те деньги, которые дал правительство, оно было освоено. То есть примария уже не хотела. Юр, вот господин Гитлер... Вот, заканчивая компромиссами по распределению средств. Красить губы хорошо. Я сам принимал в этом участие, но ни в коем случае это нельзя делать в ущерб многим канализации в том числе. Проблемы в АПА-канале – это проблемы, чем пробовал вывести это на уровень там, политики и ругаться с ПАСом. Угу. Но это проблема того, что инфраструктура АПА-канала плохая, и она не заменяется. И это чуть не угробило все предприятие. Лифты, возьмите наши лифты. У нас лифты падали, установлены некоторые в 70, некоторые в 71 году. 40-50, так, а срок эксплуатации 25 лет. Мы близимся к катастрофе в этом плане. Очень много есть в сфере жилищно-коммунального хозяйства, который полностью обголили ради того, чтобы накрасить губы, так сказать. Но этого делать нельзя. Абсолютно верно, нужно приводить город, нужно чувствовать себя комфортно. Что мешает делать синхронно это все? Время, выборы. За 4 года нужно успеть максимально больше сделать. Если нынешний генеральный примар проиграет выборы, то проблемы с лифтами его интересовать не будут, которые всплывут через 2-3 года. И весь жилой фонд имеет огромное количество проблем, но сегодня еще плюс-минус нормально. А через 5 лет... Если сегодня, не только лифт. Возьмем. И срок эксплуатации домов. Нужен некоторым домам нужен капремонт, там та же канализация, крыша и прочее. Кто видит крышу? 5 квартир 5-го этажа? А кто видит тротуар? Я жил, я знаю, что это. Десятки тысяч людей. Сотни. Сотни. Вот почему такой выбор сегодня пал. Юр, подождите, по поводу водоканала, да? Вроде бы Серафим Александрович в 90-е годы менял, вы не жили здесь, меняли, итальянская компания меняла эти все трубопроводы, что? Не все. Там 7, не все поменяли? Да, часть меняли, срок тогда был около 40 лет. Тогда еще была шутка о том, что почему весь город перекопан, а как раз пришли коммунисты к власти в 2000,
В первом году, да, говорит, проблема в том, что, говорит, Урикян ищет свой партбилет. Это же город везде был. Хорошая шутка. Да, это анекдот был. Он выступил и сказал, мой партбилет при нем, я его никуда не дел, Коммунистическая партия Советского Союза осталась со мной. Вот, и, значит, не все было изменено. Сколько же нужно денег, чтобы этот водоканал перемодернизировать? Просто это нужно делать регулярно. Ага. А не волнами, когда уже вот все подошло. И так вот мы так же слышим, то от Международного банка реконструкции и развития, то от какого-то еще последовательного, там 10 миллионов, тут 20 миллионов, 100 миллионов, куда же оно все идет? Что за прорва такая? Сети все равно изношат. Да, а по каналу все-таки это большие сети, но они изношены. Да, но там же заложенные. Они изношенные. Куда же эти деньги? Насосы нужно менять. Ну это же входит в себестоимость воды. Куда же эти деньги идут? Вопрос. А кто управляет сегодня по каналу? Муниципальный совет? Нет, с точки зрения менеджера. Гудник? А по профессии гудник кто? Не знаю. Вот если покопаться в ее биографии, то там в биографии многих специалистов сегодня, которых привел Чубан, если покопаться, то понимаешь, что это не специалист. Я сегодня, чтобы мне предложили возглавить предприятие по каналу, я могу сказать, что я не лучший специалист в этой сфере, хотя в ЖКХ разбираюсь неплохо. Я не могу не потянуть. Нужно искать более подготовленного менеджера для АПО-канала. Ну, не сотрудника ЗАГСа. Да, серьезно? Ну, а у нас сегодня в Приморье что? А зато он свой. У Чубана дефицит. Да, вот зато только потому что свой. Ничего не меняется в стране. Ну, предработальники тоже сотрудник ЗАГСа. Да. Мне кажется, там очень много их. Ладно, давайте вернемся от города к политике. Юр, вы активно протестуете против переноса 9 мая и так далее. Я разговаривал с одним из депутатов ПАС. Я говорю, вам нечем заняться. Вы можете его хоть на 15-е перенести. Люди как отмечали его 9-го, так и будут отмечать, пока не умрет то поколение. Вы считаете, что необходимо постоянно заострять вопросы на вот этих праздниках, на истории? Ну вот давайте тогда вернемся в 1806-1812 год, русско-турецкую войну, когда Российская империя захватила Бессарабию. Да? Mm-hmm. Это тоже можно 28 мая каждый год отмечать, как освобождение от турецкого ига, подписание Бухарестского договора. Почему вы оперируете, все партии левого толка постоянно оперируют этим 9 мая? Чтобы не переписывать. Мы против переписания истории. Ну так никто не переписывает. Пронесли праздники на 8-е, как это отмечается? Ну, запрет георгиевской ленты. Пропаганда. Пропаганда. Изменение акцентов по 9 мая. Это... Я не видел никаких акцентов по 9 мая. Ну сегодня уже не День Победы, а день... Но мы, его по-другому назовем. 8-го. 9-го будем праздновать День Европы. Да, ну хорошо, один это раз идеологическая не... борьба. Это вот мягкий привод, которым всегда работали, так сказать, работал Запад. По Юр, чуть-чуть, ну, по чуть-чуть они это изживают. Мая. Вы сколько лет живете в Кишиневе? С 2008-го, получается. Вы заметили, что количество людей, приходящих на мемориал, не уменьшается? Это огромное количество народу. Там можно все что угодно поменять, переписать, отменить месяц май. Все равно люди будут приходить. Для меня, например, некоторые вещи исторически, они святы. Я не могу понять, почему их кто-то пытается трогать. Оставьте в покое 9 мая, оставьте в покое эту войну. Это наше наследие. Зачем? Я не буду сейчас входить в тонкости те, о которых говорят историки, что это не было освобождение. Мы говорим об окончании Второй мировой войны, о победе над фашизмом и над нацизмом, правильно? Я говорю на идея, основная идея. Говоря, историю пишут победители всегда. Если бы во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне победили фашистская Германия, то история у нас была бы написана абсолютно по-другому. Поэтому в первую очередь это эмоциональное наследие. То есть мы сегодня не говорим о каких-то датах с точки зрения исторических, прописанных там или в каком-то учебнике, или не говорим об интерпретации той или иной. Мы говорим о эмоциональном наследии, то, что для кого-то ценно. Для кого-то очень ценно пойти и возложить цветы к мемориалу именно 9 мая. Зачем пытаться что-то поменять? Да какой, любой момент, но какой мотив? Нет. Самое главное, это их мотив. И каждый год. Все, что делается сейчас, если провести параллель
с Украиной, соседней страной, они, в принципе, идут шаг за шагом. Я не вижу никакой синхронности в этом отношении. Вот здесь я с вами не согласен. Дай бог, чтобы вы были правы. Не вижу, потому что бросать... сколько тут осталось? Какая у нас армия? Сколько тут человек? 10 тысяч, если есть, да? Даже речи ни о чем не говорит. Я не знаю просто зачем нам нужны все эти сейчас дополнительные траты на вооружение, на ПВО. Абсолютно согласен. Можно было отдать это аграриям, да, и компенсировать все их потери и так далее. Я не понимаю, зачем нам все это. Лучше заняться настоящей молодежной политикой. Ну и это тоже. Чтобы удержать молодежь в стране. Юр, что вам не нравится в евроинтеграции? На круглом столе евро... Как он там назывался такое? Угу. Замудренное название. Вы сказали, что евроинтеграция становится все опаснее. Она может нам принести осложнение в отношении с соседями, и в то же время она показала, что она является мнимой. В чем опасность интеграции, взаимоотношения с какими соседями мы испортили, и в чем мнимость евроинтеграции? Это ваши слова, я вас цитирую. Мнимость евроинтеграции – это в том, что на сегодняшний момент, к сожалению, это красивая мечта. Когда-то мы смотрели на всех телеканалах молдавских ролики Влада Филата, Пелидиме, которые рассказывали о евроинтеграции. Все, то есть это уже был вот он финиш, все, мы Европа, европейская мечта. На этом спекулируют. Но сегодняшняя партия, тогда спекулировал на этом Влад Филат, зарабатывая себе те или иные электоральные очки. А сегодня на этом то же самое калька. Хорошо. Один в один делает сегодня пас. В этом и есть мнимость. То есть это не путь, это пропаганда. Я бью вашу карту. Вы спекулируете на 9 мая. Эту тему мы закрыли и больше к ней не возвращаемся. В опасности евроинтеграции в чем? В том, что она слишком радикальная на сегодняшний момент. Говоря о евроинтеграции... Я ее вообще, в принципе, не чувствую, они честно. Говоря о евроинтеграции, сегодняшняя власть, она присоединяется к санкциям к России. С заявлением некоторых европейских стран. Не всех, а только тех, которые сегодня негативно относятся к Российской Федерации. Зачем сегодня, пытаясь евроинтегрироваться, как бы... Каким санкциям мы присоединились? Что мы конкретно можем... Пытаться выйти из СНГ. И с Россией это абсолютно разные вещи. Здесь я с вами согласен, я считаю, что нам не нужно выходить из СНГ. Я убежден в том, что сегодня нам не нужно спекулировать, то есть пытаться метаться из одной стороны в другую. Сегодня мы можем построить сильную, хорошее государство у себя дома. Европу нужно строить здесь. Вы прям говорите, как Георгий Ковкалюк. Не обращал внимания на то, что говорил Ковкалюк. Построим Европу Акасы, да. Юр, а вот с какими соседями мы испортим отношения? У нас соседи Украина и Румыния. Россия это очень дальний сосед. Но он наш стратегический партнер. Был. А вот зря, что мы теряем это. Ну, если согласен, потеряли его в рынке, это очень плохо. Мы должны, маленькая страна должна искать возможности для своего развития, а не быть разменной монетой. Я убежден в том, что в нынешней геополитической ситуации между Российской Федерацией и Западом Украина является разменной монетой. И я не хочу, чтобы под темой евроинтеграции кто-то отдал Молдову, так же, как и Украину. Вот что страшно. Юр, сейчас, секундочку. Вы все-таки считаете, на ваш взгляд, мы должны идти в Евросоюз, мы должны придерживаться восточного вектора, где, я подразумеваю, не только Россию, но еще и Китай, либо нам нужно быть в умеренно хороших отношениях со всеми и развивать только взаимовыгодное экономическое сотрудничество? Безусловно, взаимовыгодное сотрудничество и быть в хороших отношениях и с Румынией, и с Украиной, и с Европой. Говорить, почему все-таки, даже вот говоря, дружить со всеми, мы все равно наших больше интересов на Востоке. Мы это должны понимать. Возьмем любого сельскохозяйственного производителя. Есть множество категорий ISO. Для их товаров на европейских полках нужно пройти столько аккредитаций, что мы не попадаем так легко туда.
А с России уходим. А потом снимаем видео, как свои черешни или яблони гниют. Я вам хочу сказать, что если бы Россия... Ну, вот это мой взгляд, да, я вас понимаю, ваш взгляд разделяю. Но если бы Россия так сильно очень хотела с нами развивать отношения, ну, вряд ли бы она давила экскаваторами и отсылала наши сливы, наш виноград, наши помидоры, наши вина, вы помните, то эмбарго. Да. То есть со стороны России тоже было очень много плевков некрасивых. Но если мы глупые, да, пусть так, ну мы себя немножко покритикуем, да, то человек, государство более крупное, продвинутое, могло сказать, ребят, так кусайтесь там, дайте нам ваши фрукты, дайте нам наше общество. Говорите там, что хотите. Что мы для России? Юра, ты же географию знаешь. Ну, ладно. Что такое ваша партия? Знаешь, как называется в народе? Ничего, что я на ты. Да, ваша партия, знаешь, как называется в народе? Ренессанс. Красиво. Ренессанс? Да, Ренессанс называется. Впервые слышу. Очень интересно и да. Очень даже неплохо. Да, Ренаш перевозрождение как-то. А вот Ренессанс. Что вы собираетесь возрождать? Какие планы на ближайшее будущее? И какова ваша роль, твоя роль во всем этом? Что ты собираешься, во что ты собираешься вложить всю душу, все свои силы и свою молодость? Да, молодость еще не прошла вся. Да. Значительная часть позади. На сегодняшний момент, то есть я являюсь одним из руководителей партии. То есть у нас есть руководящий 100%. Орган, нет, бюро. Угу. У нас сейчас... есть только исполняющие обязанности председателя. Угу. Руководящим органом является бюро, состоящее из 6 человек. Секретарь. Я один из этих. Угу. Секретарь называется? Человек. Бюро. Да, ну вот один из руководителей партии, это сопредседатель или секретарь, или как называется? Нет, у нас нет сопредседателя. У нас сегодня по уставу есть только один председатель. И вы называетесь? Член бюро. Член бюро, да. Член. Ну, я просто по советской этой. Вот да. Бюро секретарь. Политбюро ЦК КПСС. Да, член бюро. Да, Юра, на сегодняшний момент... Бизнеса нет. Нет. Партии платят какую-то зарплату. Ну, я являюсь одним из учредителей фирмы, но на сегодняшний момент для меня она стала пассивной. Хорошо, а так партийная зарплата какая-то есть? На данный момент нету. Я только закончил заниматься предпринимательской деятельностью, сегодня занимаемся... Будет, пока... вам обещают какую-то... А как, все... невозможно же работать в партии? Длительный период времени, безусловно, но мы пока только начинаем. Угу. Так мешков с деньгами нет. Безусловно, а возвращаясь к теме, вот мешков с деньгами раз затронули, вот мне интересно, я понимаю, когда есть в парламенте... Не хватает там 2-3 голоса для большинства. Угу. Да, для того, что вот как Воронину не хватало для того, чтобы одного голоса. 500 тысяч долларов, по-моему, потом дошло до 5 миллионов, и все равно никто не дал. Ну, это логично. Да. В данном случае это логично. Ты приобретаешь мандат для того, чтобы... Отбить потом эти деньги. Получить власть. Да, то есть взять большинство, выбрать, например, там, президента и так далее, чтобы не упустить власть. А сейчас? Например, мне без мандата. Ни мандата, ни функции, ни вице-претор, ни советник, ничего. За что? Хорошо, а что? Ну, давай мы каждому на улице будем говорить, парень, вот ты толковый, ты мне нравишься, давай я тебе... Юр, так для чего? Какие цели вы ставите сейчас, вот, перво-наперво? Сегодня мы занимаемся исключительно строительством партии. То есть мы вступили в партию Возрождения. Почему? Потому что мы понимали, что открыть сейчас новую партию, тем более, если уже заявить об активной оппозиционной деятельности, скорее всего, что невозможно. Ренат Усатый пробовал несколько раз, ходил с митингами, у него не получилось. Договорился с Эмилианом Чобу, вступили к нему. Партия ШОР, в принципе, это практически то же самое. Была партия Равноправия, председателем партии Клименко. Да, да, да. Вступили. Мы пошли по такому же пути. Тоже купили где-то партию? Так. Договорились с Мишиным, то есть очень хороший, адекватный, так скажем, с ним абсолютно можно общаться. Он уже сложил полномочия председателя, и на сегодняшний момент мы занимаемся, то есть, развитием структурным партии. Вот, например, в Кишиневе. В Флоренции или пока только в Кишиневе? И в Кишиневе, и в территориях, то есть во всех районах. Впереди местные выборы. Мы должны подготовиться к местным выборам, то есть во всех территориях. Мы планируем выдвигать кандидатов везде,
где скажите, это будет честно, честно. И честно. В Кишинёве. Пока никто не слышит, вы пойдете на мэра. Если партия предложит. А, пока мы занимались строительством, не успели заняться выдвижением кандидатов. Для этого надо построить сначала структуру, а не делить шкуру еще, так сказать, неубитого медведя. Я не исключаю того, что при обсуждении будет выдвинута, может быть, и моя кандидатура. Готовы взвалить на себя такую? Безусловно. Есть понимание, есть опыт, и я уверен, что можно идти и можно сотворить. Можно сделать достаточно много в этом городе того, что не было сделано за последние 4 года. Юрий Витнянский человек высокомерный при определенных условиях или нет? Нет. Никогда? Нет. Я думаю, что моя деятельность в притуре это демонстрировала. Я знаю каждого рабочего в территории. Да, по сегодняшнему значительно выше. В притуре можно быть Вась-Вась, а потом... И он чеба. Нужно знать ситуацию изнутри. Он чистый прокослов, да, чистый. Нужно знать ситуацию изнутри. Я думаю, что это преимущество быть на расстоянии вытянутой руки с обычным дворником или со следствием. Ну, вот у господина Кирка не было этого. А это его проблема. Нет, я имею в виду, это не проблема... было высокомерие, это не проблема. Да, не было. Я имею в виду, не было, у него была слишком большая дистанция. То есть ничего, кроме нескольких своих сотрудника не видел. Вы знаете, я вот пришел к нему, у нас был магазин семейный, я пришел к нему, там была проблема одна. И он выходил с приема, и куда-то делегации его ждали на какое-то, что-то официальное какое-то. И вот, вы в мэрии были, да? От кабинета генерального примара и до первого этажа буквально каждые полтора метра стояли люди. И вот он к каждому подходил, спрашивал, говорил, записывал, давал указания. Да, он чтобы решали. И все. Нет, вот два или три раза у нас было это. Вот не было никогда, чтобы это было обмануто или что. Это никогда не... Вот он сюда ко мне пришел, он говорит, а вы господин Аруджилиев, а Юсиф Аруджилиев? Я говорю, это был мой папа. Это было, когда он стал мэром. То есть он до сих пор помнит, он говорит, обращался ко мне, я помню, говорит, с матерью приходили. Говорю, да. То есть... Никого. Вот так. Не было у него, не был он вот такой вот на цирах, я и все. Кому и не надо. Это не парламент, это не правительство. Это ну не Иван министр. Васильевич же позволяет себе такие вещи. Кому не нравится в зоопарке, пошли нахуй за забор. Это неправильно. Абсолютно неправильно. Говорю? Это город, это хозяйственная часть. Здесь нужно быть вот там, где течет, там, где прорвало. Если это канализация, грязные в сапогах, значит, грязные в сапогах. Это примария. Вот так. Ну, что сказать. Я частично доволен сегодняшней дискуссией. Я рад, что вы пришли к нам и поговорили по душам. Мне очень понравилась ваша откровенность, открытость к диалогу. Я констатирую, что вижу у вас очень перспективного политика, не скажу, но градоначальника. Дай Бог каждому. Пока говорить о вас как о политике, я думаю, рановато, потому что зрелость к политикам приходит очень поздно, но надо стремиться, если есть желание. Я желаю вам успеха. Спасибо. И дерзайте. Я хотел бы, чтобы вы вернулись хоть как-то в городскую среду. Я хотел бы, чтобы вы участвовали в ренессансе этого города, потому что по-другому никак не назовешь. Город нуждается в ренессансе во всех смыслах этого слова. Спасибо вам за сегодняшний диалог. И я бы хотел, пользуясь случаем, пригласить вас на... У нас будет такой молодежный клуб политиков. Если у вас не затруднит от разных партий, левых, правых, средних, какие угодно, приходите там и обсуждать темы и центральных властей, и местных, но в основном политические вопросы. Спасибо за приглашение. Обязательно примем участие. Спасибо вам огромное. Дамы и господа, это был... Сейчас Данила показывает вас. Да, не дай, пожалуйста. Дамы и господа, это был Юрий Витнянский, экс-вице-претор сектора Центру, один из руководителей сектора Ботаника, сори, вот по Фрейду, да? Значит, один из руководителей партии Возрождение, которому я постарался и попытался вам представить сегодня и показать его как смог. По-моему, человек очень даже неплохой. Любите и жалуйте. Юра, всего доброго. Ждем вас в гости. Спасибо, обязательно встретимся. Даня, дай нам общий план, чтобы мы могли попрощаться. Дамы и господа, до скорых встреч в эфире. Спасибо за то, что сколько вас было, смотрели. Делайте репосты, если есть возможность. Спасибо за то, что вы свои состили. Всего доброго.